Летняя школа, скорочтение и ментальная арифметика. Ученикам из североказахстанского села Саумалколь не приходится скучать во время каникул. В райцентре открыли целый образовательный комплекс. Как развивают детские таланты, расскажет Нургуль Ахметова. Сейчас надо будет собирать углы. Углы смотрят наверх, так что надо будет технику алгоритмов. Варваре Гришановой 9 лет. Она любит решать головоломки и с легкостью собирает кубик Рубика. Этому ее научили здесь, в образовательном комплексе, который не так давно открылся в Саумалколе. Поставила себе цель собрать кубик. Поставила, достигла ее и ставлю другие цели. Сложные задачки в школе я начала решать, логические. У нас есть такой предмет логика, и на нем у меня все в порядке. Идею создания образовательного комплекса 25-летнему Батырлану Шакишеву предложили на семейном совете. Недолго думая, он прошел предпринимательские курсы по проекту «Бастау», арендовал помещение, набрал команду педагогов и реализовал свой первый бизнес-проект. У нас проходит вот сейчас курс ментальной арифметики. Дети учатся считать быстро. И одна девочка у нас вот недавно научилась читать текст и одновременно считать. То есть она читает текст, а сама сосчитала пример и говорит ответ. Талантов очень много у детей. Талантам надо помогать, считают преподаватели. Несмотря на каникулы, образовательный комплекс ежедневно посещают до 50 детей. Оксана Мельничук – тренер по скорочтению. Пока она работает, ее младшая дочь в соседнем кабинете проходит курсы подготовки к школе. В первую очередь обрадовались родители, потому что одно, когда ребенок где-то пристроен, да, вот так можно сказать, а другое, когда он пристроен с пользой. То есть он не просто под присмотром, да, а еще с ним занимаются, развивается он. С начала года азы предпринимательства в регионе освоили 680 самозанятых и безработных людей. 550 из них успешно защитили свои бизнес-проекты и получат безвозмездные гранты по 250 тысяч тенге. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Хабар 24, Североказахстанская область.